Я рад приветствовать каждого зрителя нашего канала. 12 января 2017 года компания HTC провела на Тайване пресс-конференцию, в рамках которой были представлены новые смартфоны U Ultra и U Play. Первым я представлю смартфон U Ultra. Аппарат получил целый ряд уникальных особенностей, вроде технологии умного помощника, второго дисплея, операционной системы Android 7, Liquid дизайна и наличие 4 микрофонов с возможностью записи звука стандарта Hi-Res Audio. Корпус смартфона выполнен из металла и стекла с объемным эффектом. При этом края стекла загнуты и плавно переходят по центру в металлическую рамку из анодированного алюминия, окрашенного в цвет корпуса. Смартфон собран очень качественно, приятно держать его в руке. На тыльной стороне девайса расположены основная камера, двухцветная светодиодная вспышка, логотип компании и в самом низу микрофон. Справа качелька регулировки громкости и кнопка питания. На нижнем торце находится разъем USB Type-C 3.1, основной динамик и разговорный микрофон. Гнездо для наушников не предусмотрено. На верхнем торце небольшое отверстие третьего микрофона. Слот под microSD карты памяти совмещен со слотом под вторую SIM-карту. Впереди расположился основной дисплей 5,7 дюйма с разрешением 1440 на 2560 пикселей. Тип используемой матрицы Super LCD 5, вариация IPS. Плотность пикселей составляет 513 PPI, что делает изображение на экране очень четким. Второй дисплей с диагональю 2,5 дюйма с разрешением 1040 на 160 пикселей находится над основным рядом с фронтальной камерой и отображает время, уведомления, избранные контакты и кнопки управления музыкальным плеером. Здесь же находится еще один микрофон, датчики приближения и освещения и прорезь под динамик. Прикрывает экраны стекло Gorilla Glass 5. Внизу расположилась кнопка «Домой» со встроенным в нее сканером отпечатка пальца. По краям от нее две сенсорные кнопки меню. Основная камера 12 мегапикселей с модулем Google Pixel 2 с размером пикселей 1,55 микрона, максимальной диафрагмой 1,8 и оптической стабилизацией. Автофокус в камере опирается на сочетание автоматической, лазерной и фазовой фокусировки и контрастности. Такое сочетание должно обеспечить хорошие снимки даже в условиях низкой освещенности. Записывает видео 4К с объемным звучанием Hi-Res Audio, которое создается благодаря 4 микрофонам. Также осуществляет замедленную съемку с разрешением 720 пикселей и скоростью 120 кадров в секунду. В настройках камеры есть HDR режим, съемка по голосовому сигналу, различные фильтры для украшения, панорама, баланс белого, ISO. Фронтальная камера имеет разрешение 16 мегапикселей с апертурой f2 и режим съемки Ultra Pixel, когда несколько пикселей объединяются до разрешения 4 мегапикселя, что позволяет делать более качественные снимки в условиях плохого освещения. Камера способна снимать широкоугольные селфи и записывать видео в разрешении Full HD. Для хорошего звучания в смартфоне используются стереодинамики Boom Sound. Также есть технология U-Sonic, которая работает только при подключении звукового устройства через порт USB Type-C. Наушники, которые входят в комплект поставки девайса, используют ультразвуковой луч для сканирования внутренней структуры уха пользователя. На основании этого создается персонализированный профиль, подобный усовершенствованному эквалайзеру. И этот профиль затем применяется к воспроизводимому звуку. Поэтому пользователь получает самое приятное впечатление от звука, адаптированного к его слуху.
За производительность в аппарате отвечает флагманский 4-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 821. Два ядра по 2,15 ГГц и два по 1,6 ГГц. Объем оперативной памяти 4 ГБ. Постоянной памяти в зависимости от выбранной модели 64 ГБ или 128 ГБ. Тип UFS 2.1. Используемый графический ускоритель Adreno 530. Аппарат оснащен батареей емкостью 3000 мАч, что немного для 5,7-дюймового экрана сверхвысокой четкости и топовой начинки. Производитель обещает до 26 часов в режиме разговора или 13 часов работы в 3G, 4G сетях. Также заявлена поддержка быстрой зарядки Quick Charge 3. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 7 и продуманного фирменного интерфейса HTC Sense. Есть умный ассистент Sense Companion, который обладает встроенной системой распознавания речи. Достаточно лишь слова, чтобы разблокировать телефон, принять или отклонить входящий звонок, приглушить или выключить будильник, послать сообщение. Также Sense Companion ассистент, который самообучается, подстраиваясь под привычки пользователя и предоставляя советы или напоминания о важных событиях. HTC U Ultra получил флагманский набор коммуникаций, скоростной и двухдиапазонный Wi-Fi с окончанием AC, экономичный Bluetooth 4.2, быстрый LTE Cat 11, GPS, AGPS, GLONASS, Beidou. Поддержка стандартов связи 2G, 3G, 4G LTE. Всего вариантов девайса будет 4. Темно-синий, бледно-розовый, черный и белый. Выделим плюсы. Это хорошая производительность, умный помощник, ось Android 7, основная камера с модулем Google Pixel 2, фронтальная на 16 мегапикселей, 4 микрофона, стереодинамики. Из минусов это емкость батареи и высокая цена в районе $749. Смартфон Uplay изготовлен из таких же материалов, что и его старший брат U Ultra, и имеет такой же дизайн. Расположение кнопок тоже одинаковое, и также отсутствует джек для наушников. Слот под 2 нано-сим-карты с заменой на карточку microSD. На тыльной стороне расположилась 16-мегапиксельная камера с диафрагмой F2, фазовым автофокусом и системой оптической стабилизации. Размер пикселя составляет 1 микрон. Рядом находится двухцветная светодиодная вспышка. Снимает видео с разрешением Full HD. Поддержки записи 4К здесь нет. Есть ручные настройки и поддержка RAW. Фронтальная камера также на 16 мегапикселей с возможностью снимать широкоугольные селфи. Впереди расположился 5,2-дюймовый, покрытый стеклом Gorilla Glass IPS дисплей с разрешением Full HD. Плотность пикселей 428 ppi. В смартфоне присутствует только два микрофона для записи звука и нет поддержки Boom Sound Hi-Fi от HTC. Наушники входят в комплект поставки девайса. Сердцем аппарата является 64-битный 8-ядерный процессор MediaTek Helio P10 с частотой 2 ГГц. Графический ускоритель Mali T860 MP2, оперативной памяти 3 или 4 ГБ в зависимости от выбранной модели. Встроенной памяти 32 или 64 ГБ с возможностью расширения карточками microSD. Стандарты связи 2G, 3G, 4G LTE. Коммуникации. Двухдиапазонный Wi-Fi 802.11 с окончанием AC, 2,4 ГГц, Bluetooth 4.2, GPS, AGPS, GLONASS, Beidou. Из коробки новинка работает на Android 6 Marshmallow с фирменной оболочкой HTC Sense и функцией умного помощника Sense Companion. Емкость аккумулятора составляет 2500 мАч. Есть ускоренная зарядка через порт USB Type-C. Доступные цвета модели – белый, черный, темно-синий и розовый. Цена HTC Uplay составит около $440. Спасибо всем, кто смотрит и слушает этот обзор. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. На сегодня все. Бай-бай.